И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Horizon Zero Dawn, Элой, который наслаждается снегопадом, и, в общем-то, вот там вот буревестник, который, я надеюсь, нас никогда не увидит, пока мы идем к мастерской, потому что, в принципе, она довольно близко, а он довольно далеко. Но хрен его знает, насколько далеко он видит. Но будем надеяться на лучшее, иначе этот снегопад станет нашим последним. У нас морозные доспехи. Точнее, доспехи против мороза. Главное здесь шею не свернуть на этом льду. Буревестник замечательный. Куда же я без него? Такая дура, блин. Как она летает вообще? У нее уже перьев нет. И главное, никаких этих самых антигравов специальных или что-нибудь такое. Никаких пропеллеров вроде как у них тоже нет. Неясненько, короче, как-то. Не здесь, я, по-моему, прыгаю, где надо. Интересно, он тоже так залазил каждый раз? Сюда, в свою мастерскую. Он вроде там говорил, что по горам люблю ползать. Ты полудурок-то. Со склонностью к пафосным речам. Такой, знаете, типичный торгаш. Стоит ли его винить в том, что он невежественен? Вот лагерь того прохиндея. Значит, и мастерская где-то рядом. В общем, сохранение сейчас не хотели. Надо обойти завал. Мне давать. Ты же где-то его увидела, мастерскую. Завал вижу, мастерскую... Нет. Неважно. Да здравствует компас, который покажет мне, куда идти. Кривой, но тем не менее. Так, вижу. С одной стороны, как бы, он вроде как удобный, как я уже много раз говорила. То есть он показывает тебе, куда идти. Например, не просто цели, ты не знаешь, где-то тебе свернуть, чтобы туда попасть и так далее. Но иногда, господи, как же он бесит. Может, лучше тупить и самостоятельно искать проход, куда надо, чем... видеть точку на карте, но постоянно путаться из-за этого компаса, который показывает тебе по своему усмотрению. Куда тебе сворачивать. Потому что не обязательно же идти по дорожке. Есть же и другие пути, иногда даже более короткие. Но нет, пожалуйста, идите вот так вот. Короче, хотели как лучше, получилось как всегда. Так, так, ладно, и куда? Вернее, где запрыгнуть? В детстве это было проще. Думаешь? Ну, тут ты вроде не запрыгнешь никуда, не? Здесь некуда зацепиться. Главное, не съехать, на самом деле. Ну вот, я прыгала сюда, пришла сюда. Штучку взяла. Так, ощущение, что я где-то не там свернула, да? Походу, так и есть. Ну, конечно. Давай, упади еще мне тут. Здесь, наверное, наверх куда-то. Да, точно. Тихо. Ой, не нравится мне это. Это именно поэтому, да. Надо было его убить. Разберемся по-быстрому. Нифига себе. Не надо было его убивать. Я не знал, что здесь второй ходит. Кто же, блин, знал-то, а? Ох, они вот этим своим пуканьем меня уничтожают, конечно. Причем в прямом смысле. Тупая машина. Ну или не совсем тупая. Я справлюсь. Да. Ну, тебя я точно пробощу. У тебя нахрен. Все, угомонилась? Охренеть, какие большие страшные. Фу. Ненавижу местных куриц. Я это уже говорила, я знаю. Но моя ненависть к ним настолько сильна.
Ой, блин, нет, нет. Может, я не пойду туда? Вот видишь, вот мне обязательно нужно пройти по дорожке. Вот, вот и все. Если, я ушла. Если мне показывают туда, все равно обязательно пройдите, пожалуйста, по дороге. Блин, там эта большая дура ходит. А, это не она. О, иди сюда. Иди сюда. А, нет, я же тебя не могу. Это я сейчас зря сделала, на самом деле. Меня тут нет, вообще никогда не было, ты что? Мне почему-то постоянно в голове держится мысль, что как будто бы я их могу уже починить, хотя это вообще не так. Как ты это делаешь, ты ёперный? Ладно. Я не знаю, почему у меня мозг постоянно хочет их проводить. Это какая-то хрень непонятная мне абсолютно. Так, слушай, иди сюда. Иди сюда, давай. Слишком медленно. Пойдет. Что, не сработало? Товарищ. Ну, вообще удачно. Повезло в какой-то степени. Наверное. Единственное, что я теперь не знаю, как отсюда вылезти. Беда. Смыло, что называется. Ой. Серьезно, как вылезти отсюда? Не хватает Лара Крофтовской вот этой вот... Как там? Не ледокол? Как он называется? Постоянно путаю, постоянно забываю, как он называется. Черт. Слушай, нет, здесь меня тоже смоет, я чувствую. Черт, холодно тут, наверное, плавать. Так, вот тут-то ты зацепишься, может быть. Ну, хоть за что-нибудь зацепись, милая. Во. Для таких дебилов, которые... Что ты делаешь? Вынырни, вынырни. Ну вот же зацепиться. О, нет, да? Так, ладно. Вот это я удачно, конечно, упала. Сейчас меня реально смоет куда-нибудь в начало горы, потом забирайся по новой. Ну ладно. Может, проще загрузиться? Так, а я тут залезу? Ни хрена я тут не залезу, скорее всего. Уж лучше, чем быть смытой. Давай. Давай, ты сможешь, я верю в тебя. Не на такие места забирались. Главное не съехать. Все, супер. Я вернулась. I'm back. Испытание. Ну, это точно. Так, ладно. Пошла такая пленка. Пойдешь в эту сторону, нет? Пойдешь в эту сторону. О, боже мой, что же это было? Машина не заметила. Как увидела, так и развидит. Плюнь уже штучку-то, ну. Она иногда долго соображает. Прежде чем ловушку оставить. Так, главное сейчас опять в реку не смыться. Ох, какая красота, скажи, да? Тихо. Меня тут нет, тебе показалось. Thank you.
жирные, слушай. Да блин. Нет, только не ты, только не ты, господи. Заманала, ну. У меня прям реально появилась проблема в стрельбе. Дольше целюсь, реже попадаю, твою мать, иди в жопу. Вот тебе только не хватало тут. Вот это специально, по-моему, так было сделано, а? Нет, 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 иди нахрен, ради бога. Нужно узнать больше о машине, когда я смогу ее управлять. Еще на, вот этих, эти их куколки, которые их поднимают в воздух. Слушай, лети отсюда, ради бога. Число, вот вообще никакого желания нет с тобой общаться. Это если да уж действительно. Черт, она прям висит надо мной, не такая тупая. Что ж с тобой сделать-то, а? Слушай, она, по-моему, не улетит, поэтому... Сильный снегопад. Мир бегает. Она вроде как меня не видит, но подозревает, что я там, поэтому... Твою мать. Ладно. Ой. Минутку, это электричество, поэтому... Я, конечно, понимаю, что переодеваться вот так прям сразу. Это немножечко тщетерно, наверное. Но с другой стороны, это же и расчет. Главное в воду не упасть. Да не надо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Выпрыгни, выпрыгни оттуда. Ох, сейчас бы мне дружественная птичка не помешала бы. Ох, больно, 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 больно. Бегом. Так, секунду. Где-то, 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 где-то. Тут-ту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 . Вот это приземлилось. Вот это да. Вот это жопа. Вот это все, пипец. Какое-то поле, блин. Бежим. Так, я могу там, конечно, курицу проводить, но лучше мне к ней не бежать, потому что что-то мне подсказывает, что мне не получится так просто ее приходовать. По-моему, я отстрелила ей что-то, что позволяло ей летать, нет? Поэтому она теперь прыгает за мной. Ну тебе нахрен. Нет! 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 Где ты есть-то, господи, я даже не вижу. Попади в угол обзора, твою мать. Хотя бы немножко. Черт, мина. Нет, только не в реку. Нет, нет, только не в реку. Я этого не переживу. Второй раз. Блин, и это только начало здоровья. Я ей сняла только одну четверть. Этого долбанного, мать его, здоровья. Ты ближайший куст. Она, по-моему, реально не умеет летать больше. Это на самом деле очень хорошо. Цель далековато. Скотина. Перышки-то пообгорят. Вам самой подальше держаться от этого всего дела. Так. Улетела? Да шла б ты нахрен, иди сюда. Чего?
А ну возвращайся, тварь. Что это за хрень такая? Нет уж, фиг. Нет уж, идите в жопу. Я что тут зря наставила? Рано или поздно. Такой звук. Ну иди сюда, блин. Хитрая какая, слышь? Иди сюда. Ну давай, давай, давай. Ну-ну, надо ее положить. Стоп, подожди, положить. Как-то поздновато мне это в голову пришло. Чуть-чуть так, самая малость. Ой, опять река. Да чтоб твою Машу, что ж мне так не везет-то с этой рекой. Ой, блин. Проблема, знаете, еще в чем? У меня нет лечилок. Насчет лечилок. Черт. Лекарства. Повезло. Ну, как сказать. Их довольно мало. Прыгни вот тут, пожалуйста. Спасибо. Нет? Да ладно. Чё, она слишком жирная, что ли, для этого, хочешь сказать? Хрень, боже, с ней. Лежать, блин. Это всё для тебя, милая моя. Наслаждайся. А, черт, нет, нет, нет. А, черт, не вовремя. Это? Да что ты, Маша? Нет. Нет, что ли? Не попала? Или что? В чем проблема? Где-то есть-то. Ясно? Понятно? Нет, 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 ешь, лечись, спасайся. Клюв, то есть я сейчас прищемлю, скотина. Беги, 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 беги. Спокойно. Нет. Не то! Вот так вот и стой всю свою оставшуюся жизнь, зараза. Нет, 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 нет. Бежим, 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 бежим. Да какого хрена, стой! Великовато, что ли? Да какого хрена? Черт, вырвалась. Так, пока не началось. А, не хватает, черт. Да какого хрена ты слышишь? Знаете, в чем проблема? Очень неудобно выбирать лекарства, когда ты пытаешься выпрыгнуть куда-нибудь в окно.
Ой. Жопа. Черт, что это? Не то. Куда я попала? Чудом каким-то. Да твою мать! Да слишком жарко было, да? Сразу. Ну пикируй на меня уже, ну. Я пожутила. Даже не то. Нет. Ладно. Чудовище просто, я не могу. Так, ладно. Задница, крыло, что-нибудь. Я так додолбаю. Или нет? Лечилок больше нет. Хотя, подожди, как так вышло? Вроде было же что-то еще, нет? Нет, больше ничего нет. Ладно. Легко сказать, милая моя. Я немножко в заднице, потому что я не знаю, как забраться. А, это то самое место, нормально. Привет. Ай, черт, мимо. Хотя нет, вроде попало. Как-то странно. Черт, я нет! Вот этого я боялась в прошлый раз. Не хватало здоровья на таком месте просто бесполезно. И так его не особо. Я бы сказала, вообще нет. Ой. Стоять. Нет. Пусто была. Да ты что, твою? Ну вот, ну блин, он почти умер. Я так и знала, что меня погубит вот это вот. Блин, обида вообще. Все сейчас заново все делать. Я так и знала, что рано или поздно я сдохну именно от падения, а не от чего-то там. Блин, обидно-то как. И этот еще ожил. Эпик фейл. Он прямо ждет меня, смотри. У нас взаимная ненависть. Так, подожди, не могу понять, куда. А, у меня для, даже для дебилов, кстати, до меня только сейчас дошло. У меня даже задание поменялось на убейте буревестника. Черт! Я до этого просто даже не заметила, что мне нужно его убить. Не-не-не-не, в кусты, подожди. Там все равно меня запалит тварь, глаза стоят. Я заметила, что он тебя заметил. Мне не нравится здесь драться, мне тут неудобно. Здесь, кстати, эта штучка тикает. Поэтому он сюда и прилетел, да? Вот она. Где она? Ага. Ну, я в анимации, чувак, отвали. Где еще одна? Это поможет. Может, он свалит отсюда? Очень сильно сомневаюсь, конечно.
может, он получше станет. Ну, только приземлись. Только приземлись. Главное, чтобы потом все это не сыграло против меня. Далековато, блин. Вы уже думаете о том же, о чем я, да? Все, больше никого не приманит. А теперь мастерская. А, все-таки он улетел? Ага, смотри, он улетел, да. Все-таки мне. Все-таки, да. А, черт. Я даже не обратила внимания, что он уже начал улетать. Ах ты ж черт. Ну хоть кого-нибудь. Я как раз наделала. Черт. Ну ладно, свою битву я с ним уже выдержала. Ну как? Я бы его добила, если бы не упала. Там оставалось-то. Черт, вот. Ой. Кто бы ни был этот Дервал, у него много врагов. И неспроста. Пора назад в смоляной утёс. Блин, как обидно. Хоть бы во второй раз его зашатать, я чё-то... Что ж все через жопу-то? Я от нервов смотрю, куда ловушки ставить, и не вижу, что он уже улетел. Блин, сколько ловушек просрала, смотри, сколько осталось. Ну, хоть этих сюда приманить, что ли. Блин, обида какая. Что-то все сегодня не так, да? Вообще, последние несколько серий все что-то как-то не так идет. Прям обидно даже. А он сюда не пойдет, наверное, даже. Они обычно из своей зоны обитания не особо выходят. Как я заметила. О, иди сюда. Хоть ты подорвешься, я не знаю. Я хочу большой страшный взрыв. Давай. Ну, иди сюда. Ай, черт. Ты в обход, что ли, бежишь? Охренел? Эх, как жалко, что одного раза тебе хватает. Иди сюда. Ну, вроде запалил. Мне нужно кого-нибудь взорвать. Моя прям... Мое естество это требует. Ну, жаждет. Кабум! Сделать. Как говорил Дейдара. Ты на шпагат там от усердия не сядь. Не, он сюда не пойдет, сволочь. По нему видно. Они не уходят. Нет, тратит только на тебя патроны. Точнее, ну, вы поняли. Блин, вот это да. Вот. Боже, я иногда ненавижу себя и вообще все, что меня окружает. Ай, как обидно. За такую тупость. Мало того, что почти его убила один раз, так упала. Ой, блин. Иногда эта игра меня уничтожает. Причем самое противное то, что когда у тебя адреналин прям прет, и ты думаешь, господи, быстрее что-то сделать. То, это, пятое, десятое. Нужно сделать вот это, нужно сделать потом вот то. Он пойдет сюда, и пока ты вот это все прокручиваешь у себя в голове, быстро ставишь ловушки, пытаешься успеть, у тебя уже там все поменялось и в заданиях, и везде. И... Да уж, не поймешь, не... точнее, не поиграешь, не поймешь, что называется. Многие там кто-то, ну, под некоторыми другими сериями пишут, то что Seven, что ты не видишь, что у тебя на экране там происходит, что тут. Ребята, когда вот такая вот дичь происходит на экране, знаете, нет, я не вижу, что происходит на экране, кроме Элой и того, что она делает. Вот все, что вот вокруг, все это
теряет вообще свою и окраску, и весь свой смысл. Ой, легко говорить, сидя на диванчике, в расслабоне, попивая чаёк. А когда у тебя сердце стучит в мозгу, везде вообще стучит. Это все не так просто, особенно когда тебе нужно быстренько думать, быстренько реагировать на все, что происходит, и быстренько как-то все это успевать нажимать, еще и продумывать наперед, как ты что сделаешь и как куда кто побежит. Так что не спешите судить, господа. Ой, так, ладно. Мне нужно убить хотя бы тебя. Есть! Хватит стрелять в меня. Вот этими стрелами, кстати, реально неплохо отстреливают всякие орудия. Он ранен. Как бы так перепрыгнуть, чтобы потом меня опять течением не унесло. Иди сюда. Черт задери. Самое хорошее в этих стрелах то, что ими куда ни попади, импульс все равно будет. То есть даже если я попаду рядом. Убит! Нет. Не успею. Нет, успею. Это сильно, конечно, не поможет. Воу, что это? Ты еще и так умеешь, ни хрена. Ни хрена ж себе. Черт, я совсем забыла, знаете, о чем? У меня нет лечилок, мать его! Я об этом маленьком нюансе как-то позабыла резко. И это мне сейчас аукнется, я чувствую. Бежим! Нахрен это дерьмо. Затоптали. Почти. Ой! Шло вон в лес. Ой, плохо мне. Умри, пожалуйста, уже. Ну, еще разок. Ох. Нет, я еще у него не попала, оказывается. Он раненый, я раненая. Слушай, а подожди, а как так? Да, лечилки-то у меня есть, меня же загрузили. Я же загрузилась, я же померла. Ой, ну ладно. Ой, что-то мозги у меня отключились после этого буревестника. Это слишком болезненно для меня было, по всей видимости. Ой, ладно. Хорошо. Ладно. А, это орудие его. Ну, ладненько. Фу, так. А, я тут. Чё-то серия какая-то вообще тормозная. Летает, смотри. Паскуда тварь. Ну. Позор, просто позор. Но. Оставлю на потом. Зато весело, наверное. Так, стоять, подожди. Мне нужно мясо. Мясо для лечилок. Нужно будет за кадром, что ли, на охоту выползти. Часов на 20. Пока не наберу этих всех мясьев. И мяса. Мясных, господи, мясных. Мясных жирнов. Жирных мясей. Сочных мясей. Слушай. Ты прости, конечно. А, ты не убиваешься, ясно, понятно. Ты типа домашняя птица. Они мясом, короче, не делятся. Вообще. Могу тебя обрадовать, я нашла и разбила еще одну приманку. Думаю, последнюю.
А, я про первую не сказала. Пламя, девочка, ты нас всех спасла. Но откуда знаешь, что она последняя? Мастерская, где я ее нашла, заброшена. Не бойтесь. Хорошо. Все мои ребята пожали бы тебе руку. И мой брат тоже. От имени всего Смоляного утеса благодарю тебя. Черт, а я к нему первый раз не пришла после первой этой штучки. Надо было... А, он бы что-нибудь сказал. Ну ладно. Что-то я прям побежала исполнять свой страшный долг. Ой, блин, тупая серия какая-то. Ну ладно. В принципе, их патроны хорошо. Так, мне нужно реально на охоту идти. На ранние какие-нибудь там земли. На первые. Там столько всякого бродило. Хотя, в принципе, оно и тут бродит, но... Чё ж, да здесь цветочек был. Прям рядышком. Надо сидеть коршуны долбанные. Вот что вот тут вот? Причем никакой не отметки, ничего, но там явно что-то есть. Ну или должно быть. И непонятно когда. Давайте, так как у нас... Ой-ой, ух, чешется. Так как у нас не так много серий... Ой, господи, времени до конца серии осталось. Предлагаю выползти. Знаете, что еще жалко? То, что здесь нельзя время как-то до утра промотать. То есть, например, около костра или, знаете, остановиться где-нибудь здесь в хижине в какой-нибудь. То есть нет такой опции. Это прям немножечко обидно. То есть такое ощущение, что наша Элой никогда не спит, там не ест, никаких... перекусов не делать. Мне бы, как сказать, мне кажется, что здесь бы не помешало что-то такое, что было в 15-й финалке, когда мы там останавливались, помните, в лагере, либо просто там в трейлере, в гостинице. Показывали, как наши ребята там ужинают, кто-то спит уже, кто-то книжку читает. И вот здесь вот не хватает чего-то такого. Я 15-й финалкой в этом плане разбалована теперь. И мне теперь постоянно чего-то такого не хватает. Если подумать, в Скайриме вообще такого нет, только благодаря модам. Но здесь, мне кажется, просто учли какие-то мелочи. Мне кажется, если бы была еще и такая мелочь, было бы неплохо. Так, куда я иду, господи? О, я правильно иду, хорошо. Просто хотя бы черт с ним, с заставками, где она там кушает или еще что-то. В принципе, это уже жирновато. Я хочу, наверное, но хотя бы возможность промотать до какого-то другого времени суток, мне кажется, было бы неплохо. Потому что я, например, может, не люблю ночью бегать. Может, мне не нравится. Может, мне нравится днем, там, на рассвете, когда солнышко, прям когда все красиво. Но, увы. Время ожидания в игре нет. То есть, вроде как сказать-то... вроде открытый мир, все такое. И теоретически должна быть возможность промотать, да, время, если ты хочешь, как в любой другой РПГшке. Это, конечно, больше не такая не классическая РПГ, а экшен РПГ, но все равно чего-то такого прям не хватает. Тут ни за что нет. Так, отлично. До костра я дошла. Надо бы его отметить. Я говорю, здесь как-то часто костры попадаются в этой зоне. Центральный. То есть можно было бы предположить, что когда зажигается костер и темнеет экран, что она там что-то кушает или что-нибудь там. Ну блин, она же не спит, потому что время же то же самое. Не, я должна ее завалить, я прям должна. Я прям чувствую, что мне это надо. Слушай, а может там лагерь какой-нибудь? Потому что, смотри, здесь освещение установлено. Он, кстати, когда летает вокруг, у меня геймпад вибрирует, реагирует на него. Где вообще, в принципе, на всех жирных? Так, ну тут есть свет. Должно же быть хоть что-то другое. Помимо него. Вся уже вымокла в этом снегу. Место, которое не отмечено на карте. Что за подстава? Брошенная деревня. И бандиты. Ну да, я так и думала.
Забавно, что это место не отображено на карте. То есть ты сюда можешь прийти сам. Ну-ка, давай-ка посмотрим. А, в принципе, оно... Ну да. Ладно. Сколько у вас тут таких красивых? Забавно, серьезно, не отображено на карте. Это что-то конкретное значит? Может быть, это тайный лагерь какой-нибудь или что-нибудь такое? Вряд ли, конечно. Но это странно. Господи, чуть не туда, не туда стрельнула. Не реагирует, да? Черт. Да твою мать, как так-то? Я же стреляю вроде в нее. Там вот этот дурацкий чистокол. О, ненавидеть убивать. Ладно, тем лучше. Ой, они так хорошо сейчас стекутся все в одну точку. Что им хватит ума. Спокойно. Раст всегда говорит. Первый раз Раста помянула за все это время. Даже странно, да? Да ладно, что, уже разошлись, уже никому... Ах, как я вас ненавижу, что ж вы такие медленные. Ой, короче. Что ты сделаешь побыстрее? Да уж. Да что ты, Нео-то недоделанная. Ой, заманнали. Сюда, придурки. Камон. Давай. Что, нос из дома боитесь показать, что ли? Давайте. Ну хотя они были бы дебилами, если бы они вот так вот весело пошли на мои мины. Но они же такие и есть, нет? Они их взрывают, мои мины? Нет, не взрывают. Ой, прям идут прямо на растяжечки. Слушай, подожди, а на людей-то растяжки работают? Я что-то не помню. Дебилоиды. Странно сейчас было. Заманали, реально, уже надоело с ними стелсить. Что-то как-то странно взрываются. Вообще ноль! Что за бомба-то такая? Ладно. Дебилы. Слушай, нифига себе стреляют. Стреляют-то, кстати, больно. Черт, по-быстрому мне их, я чувствую, не получится. Отваливать. Отбить. Ой, заманали. Сейчас по бурику всех сниму. Не спим! Не спим. Да вы уже... Слушай, вы так хорошо там сидите. Thank you.
Ноль вообще. Даже не задела вот этого чувака, который рядом с этой штучкой сидит. Это как вообще работает? Я, может, что-то не понимаю? Блин, чувак, что-то там стал-то так. Уж какие они тупые, господи. Посмотри на них. Вот просто идиоты. Они просто стоят. А откуда в нас летит? Я, конечно, не рассчитывала тут на ИИ, как, не знаю, как в Фире в каком-нибудь. Но ёперный театр. Они тупее, чем ребята из Скайрима. Я уж думала, тупее не придумаешь, но нет. Просто дебилы отбитые. Что ты делаешь-то, господи? Ну-ка, как да. О, как они меня бесят. Иди, уже видишь, я стою, я прям жду тебя. Да твою мать. Вот он прячется за этим фонариком. Толку-то. Она точно. О, вот оно в чем дело-то. У тебя самострел. Я думаю, что такое там у нее в руке? Ой, как вы меня бесите. Хочется и по-быстрому вроде, а по-быстрому хрен получится. Потому что если реально выпрыгнешь на них на всех, тебя, конечно, очень быстро положат. Ну, блин, их по одному вот так вот выцеливать в какой-то момент начинает очень сильно раздражать. Я еще что-то и стреляю в последние несколько серий очень хреново. Что не помогает, в общем-то, делу. Могу понять, где глава заканчивается. Что-то нет, как-то не нравится мне так. Я не могу понять, куда я ему попадаю. Что он такие звуки издает? Явно не в голову. А вот теперь уже да. Ой, господи. Так, ладно. Почему их так плохо брала взрывчатка? Я бы сказала, она их вообще не брала. Они даже на нее не реагировали. Ну-ка, это место-то отметилось? Нет, оно еще не отметилось на карте, смотри. Оно просто есть. То есть ты можешь сам полюбопытствовать и прийти, а так... Ну-ка, вот там что? Запрыгнешь так? Нет. Совсем нет? Нет. Хотя желтенькая фигнюшка-то есть, подожди, ну-ка. Ну давай. Ну вот стоит, ну вот же она. А зачем она там тогда? Странно выглядит, если честно. А-та-та-та-та, подожди. Вот, вижу. А, вот. Я просто думала, что здесь пол будет за этой штукой. Еще думаю, зачем? Так близко к полу вот эта штученция. Так, ну ладно. Допустим. О, перелет. Хм. Че, неужели никого не осталось? А смысл в этом месте? Если оно квестовое, почему оно все равно никак не отмечено? Забавно. И главное, ни сундучков, ничего. О! Ну тут или где она? За дверью как будто бы. Черт, как? Что? Подожди.
Это же за дверью, мне же не кажется, да? Да, вот там, вот прям рядышком. Открой дверь, женщина! Выбей ее нахрен! Выковырить хоть как-нибудь. Слушай, что за подстава? Что за место такое непонятное? Ну-ка. Что тут как-нибудь можно? Поземка. Белая как кость. Что за мрачные мысли? Нет, смотри, здесь вообще не про это самое. Не, оно точно за дверью. Блин. А что за подстава такая, а? Да, главное, никак не пропрыгаешь. А, черт. Если я туда просочусь, я там и застряну, мне кажется. Не, это домик. Видимо, какой-то сюжетный домик. Черт, что за хрень? Там не считались бумажки, потому что захватите управление этим самым длинношеем. Здесь дверь тупо закрыта. Ну ладно, сюда мы, может быть, еще придем, потому что лагерь... Может быть, это будет, знаете, последний лагерь с Нилом. Поэтому он, может, и не отмечен на карте. Ну как-то все равно странно. Эх, что-то вообще какая-то серия, не алё. За что беремся, ничего не доделываем. Прям беда какая-то. Прям черная полоса началась в жизни. И там цветочек еще остался. Насколько он далеко? 300 метров. Давайте, ладно, за ним сбегаем. Черт, нет. Я говорю, не серия, а прям несчастье какое-то одно сплошное. Так, а я тут запрыгну. Ну, скажем, да. Вообще дешевле и безопаснее, мне кажется, было бы отбежать, да? Тем более я не запрыгну. Чёрт, не судьба. Сегодня вообще ничего сделать толкового. Да, мы, конечно, выполнили квест, но зато как мы его выполнили, это вообще, конечно, ни в сказке не рассказать, ни первым описать. Так, ладно. Если сейчас этот буревестник мне голову отклюет опять, потому что я иду сами, знаете, в каком направлении, это будет просто эпично. Печнее некуда. Вести гребаный ветер. Так, ну чё. Вперед, попытка не пытка. Ты меня не видишь. Я тебя тоже желательно никогда. Вообще, когда я достаточно низко, он как бы особо не реагирует. Женщина, господи. На всякий случай. Не, вот это, конечно, дичь. Ладно, вот та гигантская машина, но вот это... Мне кажется, страшнее вот этого дерьма больше ничего не будет уже. Ну, нечто какого-нибудь, может быть, финального босса. Вот этого жестяной огромной гигантской машины, которая выползет из горы. Почему-то мне так кажется, я не знаю. Нет! 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 Смываемся. Нет! Цветочек! Ты толкаешь меня на страшные вещи. Цветочек! Берем! Бежим! Подумаешь, ноги переломала, бежим! Это меньше из твоих проблем сейчас, Элой. Бежим, 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 бежим. По реке вниз. Какого хрена ты, слышишь? Бежим, 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 бежим. Плывем, бежим, не знаю, что делаем. Что делаем? Все что угодно делаем. Не, вот это говно, вот это... Все, нафиг его. Вот с той большой дурой наземной я еще готова подраться, но вот с этим... Нервы так все трепать. Черт, 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 черт
быстрей! Нет! Прыгай, 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 ешь, прыгай! Ой, еще вода. Вода замедляет. Вода уничтожает. Вода в этой игре так себе. Она вообще не помогает жить. Курицы, маленькие курицы, большие курицы, везде курицы, господи, агрессивные птицы. Они мне мстят за все то, что я делала с ними в Зельде. Внизу, поберегись. Все, нафиг, 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 нафиг. Я понимаю, что мы уже убежали, но я буду бежать, пока ноги не сотрутся от этого сраного ястреба. Ой. Дичь, просто дичь. И лечилок нет, вообще все плохо. Ой. Все, зато я теперь туда точно не вернусь в ближайшие лет 100. Ой, кошмар, кстати. Еще здесь охотничьи угодья, нахрен их. Я уже получила все, что мне нужно для того, чтобы переговорить в Меридиане. Со всеми людьми. Хотя вот здесь отметочка прям присутствует. Надо ли оно мне? Подожди, это какое задание? Что, у меня может есть уже? Нет, еще нет. Все-таки, черт. Где ты? Вот тут, да? Ну, в принципе, давай вот так. Закончим хотя бы с этим заданием, а там разберемся уже. Странная серия. Ой, ладно, ребятки. Пойду попью чайку, что ли, может, отпустит. Короче говоря, в следующей серии закончим, я думаю, с этой побочкой, про дочь, про сестру, как она там. И, в общем-то, надеюсь, что эта серия вам понравилась, какой бы странной она ни была. Если так, обязательно ставьте палец вверх, хотя бы за кусок эпичной битвы с буревестником. Черт, если бы я не упала, я бы его добила. Даже несмотря на то, что это было не обязательно. Ну ладно. В общем, в любом случае, большое вам спасибо за внимание и до встречи в следующей серии. Про что бы она ни была, помимо вот этого побочного задания. Ну а с вами была Севен. Все, всем пока.